Самое сильное оружие – это правда. Потому что сильнее правды ничего нет. А ложь правдоподобная, она всегда рано или поздно скрывается. И разоплачивает. Поэтому, когда многие люди пишут, вот я вам не верил, вот я не верил, потому что... А я зачем говорю верить? Я не требую слепой веры. Но вот вы знаете, вот я проверил, все казалось так и есть, как вы пишете. Так вот, знаете, что бы я хотел сказать таким людям? Это прекрасно, что вы все проверили и подтвердилось то, что я писал и говорил. Но было бы очень хорошо, если прежде чем какую-то глупость спустить в свою голову, вы ее точно так же изначально сначала проверили бы, будучи в школе школьником. Вот вы мне докажите, что вот закон физики именно такой, как вы, пока вы мне не докажете лично, я его буду игнорировать. Или в университете, когда учили в институте. Вот вы мне докажите, пока я не получу подтверждение, я это не принимаю.